дорогие, любимые и многоуважаемые, милые дамы, это все, вот поверьте, это не четыре разных категории, это все вы, вот одни и те же. Я вас поздравляю с этим замечательным праздником 8 марта. И знаете, что хочу вам пожелать? Хочу пожелать вам, чтобы вы его, этот праздник, не любили. Потому что, вообще говоря, праздник, ну, немножко неестественный. Ну, что это такое, что раз в год, значит, все эти сумасшедшие мужики с какими-то обглоданными цветами и занюханными духами бегут, значит, и признаются вам в любви. Ну, ведь неправильно же это. Ну, должно же быть не так. Должно быть, чтобы вы просыпались каждое утро и видели перед собой цветы, духи, улыбки, я не знаю, и вот этого самого чисто вымытого и бритого, который каждый день, каждый час, каждую минуту будет говорить вам те слова, которые ныне говорит только 8 марта. Вот, собственно, вот этого я вам и желаю, да, чтобы каждый день у вас был праздником, чтобы каждый день вы просыпались и засыпали, видя любимые глаза.